и никого. Мамочка, привет. Доброе утро. Сейчас у нас сколько? 3:40. Ой, вообще на фронтальную, вообще стрёмно. Ку-ку. Сейчас 3 ночи. И мы идем. Мне так нравится. Надо выходить гулять в 3 ночи. Идем на вокзальчик. Ой, мы поспали 5 часов. Это в лучшем случае. Вот, вообще так не спалось, да, мамочка? Да. Мы были в предвкушении. Так что мы... Так, дяди. Алкоголики, реально. В такое время могут только путешественницы и алкоголики просыпаться. Вообще так жутко. Вон там вот наш, который в 3:57 первый. Махай. Уже светло. Мы доехали и уже посветлело сейчас. 5:04. 5, я думала 6. Вот такие вот мы на Вроцлаве. Ой, на Вроцлаве. На станции Вроцлав. Идем, как обычно, куда? Так, жрать. И опять в который раз влог превращается в мукбанг. Мы ждем и скоро будем кушать. Вот она легендарная. Да, мамочка? А что ты не помахала? Сейчас 5:30. Мы такие ранние пташечки. Идем. Это как называется? Это там, где... Как это называется? Там же, по-моему, все время... Возле аквапарка. Возле аквапарка идем, но не в аквапарк. К сожалению. Или к счастью. Вот. Идем пешочком, нам надо быстренько идти, поэтому всем пока. Сейчас без 15:06. Мы стоим, вот смотрим на это чудо технологий и ждем свой бусик. Но его нигде нет, ребята. Ох, этот вроцлавский скайтауэр. Да, мама? Да, мама? Помахай зрителям, это ты что, не здороваешься? Зачекайте, будь ласка, немає одної людини. У нас внеплановая остановка целых полчаса. Будем гулять на заправке. Куча людей, как я люблю. А здесь это обменник. А мы не будем. Ха-ха. Мы европейки. У нас евро. Воздушный шарик. Ой. Ой. Ну ладно. Дубль 2. Шарик. Воздушный. Сколько оцениваешь? Как? Шарик? Да. Уже его не вижу близко. 9? 8. 8? А что не 9? Ну, я его не вижу, потому что... Ой, мамочка, ну фотогеничная. Надо фоткать на фоне буса просто. Да, как на пост. Запоминай номер. Выдали такие штучки. Вот такое вот добром.
А вот это да, мамулечка. Красота. Туда мы, по идее, пойдем. Что это? Карасеты. А там вообще Эйфелевая башня. Туристов страна находится на втором месте в мире. А списки нам с вами посмотрим. Огромное количество. Забирал из семьи, заканчивал, и был бы правильно несколько людей. Я за все устала от основного алтаря, а то есть так называемый располагательный алтарь, количество силы, ребятки, офигеть! Сколько труда! Трудовая башня. Посмотрите, сколько людей. О май гад. Мама чаруется. Обалдеть, ребятки, сколько труда! Как они это построили! Боже! А золото-то как сверкает! Какие они молодцы, конечно, сделать, потом сохранить это все. Я должна быть швеей, ребята. Это знак зодиака, а сверху профессия. Какую бы мне дали? Боже, я швея. Скорее всего, господин Петр Павел, президент сегодняшней Чехии, вернулся на свое рабочее место. И вот в южном крыле располагается его кабинет. Блогерша моя. Красив? Да, я снимаю. Я просто в шоке. Сколько этих красивых построений тут, а? И сколько здесь этих людей? А? Тут все в украинских флагах. Я в шоке. На каждом углу красота и на каждом углу украинский флаг, да? Да. Я в шоке. Просто нет слов. Нам сказали, что тут даже службы на украинском языке. Ё-моё. Они тут на всех просто углах. Какие умнички, спасибо. Чуваку хорошо. Летний сезон, уже загар должен быть немножко. Может, это блюдо? Можно есть? А вообще очень красиво.
Это, как нам сказал гид, якобы самая узкая улица, но есть еще уже. Он вроде показывал, но я не видела, там толпа такая была. Тут, короче, лохотрон немножко, потому что берут большие деньги, а это не самая узкая улица. Нет, это не улица просто, это искусственно создано. А, вот оно че. Да, это когда, не улица. Когда были пожары, вот эти штуки сделали, чтобы... В Праге нет гидрантов. Вот. И для того, чтобы был доступ к воде, ведрами вот становились и передавали воду. Вот оно что, мать. А теперь тут лохотрон. Да, мам? Ставим 0 из 10, чтобы было куда стремиться. Вот таких вот libraries очень много в Чехии. Таких атмосферных. Шекспир. Тут прям запах такой. О май гад. О май гад. Там даже пахнет вкусно книгами. Зайди понюхай. Мне даже запах больше понравился, чем. Вот он, Карлов мост. Сконструированный, положен первый кирпич в 1350... 500? Ты что, уже чешского пива пригубила? 1357 год. Вот. Ребята, запоминаем. Колесо, которое осталось. Колесо. Как это? Это стан электрогидро... Гидроэлектростанция. Вот дают чехи. Это попадание унесет его быстрое течение. И всегда можно было его перехватить. Вот были помосты, и вся Прага стирала. Часть театральных представлений, а на территории города Праги и Чехии вообще нигде нет, потому что их прокладки... В мою честь назвали. Вот мы дошли к этим меткам. Тут написаны года и насколько поднималась вода. Да, и вот там... И вот этот самый большой, это 2002, я правильно запомнила? 14 августа, 2002 год, представляете, вот эта вот вода, водица, поднялась аж сюда. Ой, такая прикольная. А оно аж туда поднялось. Я вообще не представляю, как это должно было быть. Это невообразимо. Так 2002 год, это не так давно было. Ну, меня еще не было, правда, на свете. Ну, не так давно. Ой, какая красота ты вышла. Ой, мама, ну ты даешь. Ты прям... Боже, какая эстетичная женщина. Ой-ой-ой. Ой, у меня уже место заканчивается. Ёханый бобик. Мы, возможно, туда пойдем. Нам еще где-то час. Ходить, потом нас отпустят на волю, и мы будем ходить самостоятельно. Мы находимся под Карловым мостом. Титул выполняет желание. Согласно легенде или католическим версиям, в 1473 году этот человек был главным пражским викарием и духовником местной императрицы Жофии. Thank you.
нашли. Опять же, в честь меня. Уникальные часы, которые показывают буквально все в вашей жизни. Там знаки зодиака, год, там это время среднеконтинентальное, там все, короче, показывают. И рассвет, закат, подъем и отбой. Дедушка, дедушка такие грузики выливал из олова на, ну, на удочке. Там малинки. Хочу малинки. Мы зашли в туалет за 1 евро с человека. Это чтобы вы понимали, да, типа, реальный. Ну, в принципе, все обеспечено. Мыло есть, вода есть, да? Мама есть. Зеркало норм, не побитое. Конечно, грязное, но не побитое. Вот там все класс. Дядечка приветливый. Есть даже оплата картой, поэтому класс. Ставим 9 из 10, чтобы было куда стремиться. Мы поймали неизвестный летающий объект. А, я не вижу, где он. Приближай. Неизвестный летающий объект над улицами Праги. Где? Вон он, неизвестный летающий объект НЛО. Мы засняли в супер-мега-качестве. Летает над центром Праги. Прошу обратить на это внимание правительству. Мне кажется, нас захватывают инопланетяне. Мне кажется, сейчас высадится оттуда какой-то чертик. Быстрее сбить. Боже, ребята, я шла за мензью, а нашла золото. Это же просто рай. Можно мне все вот это завернуть? Тут какие хочешь. И цены тоже какие хочешь. И вот такие даже. Типа чатуранги, но для троих. Ой, ну красота. Я такими играла. Это классика. Классика стоит 3000 крон. Запоминаем. А с этой стороны мишки. Классный магазин. И носки. Короче, вся любовь в одном. У нас опять мукбанг немножко. Мы тут присели чисто отдохнуть. Вот с таким видом прекраснейшим. Я сейчас 0,5 снимаю. Вообще, ну красота. Там какие-то дети шальные. Мы, получается, зашли назад немножко. Нам надо вернуться к тем вот часам. Это надо пройти через мост. Вот там вот река. Нам надо пройти через мост, и там дальше будут часы. Сейчас 17:37. Немножко болят ножки. Ну так, приятная усталость. А у нас еще одна экскурсия. А у нас еще экскурсия через 2 часа, получается. Эвелина хочет рискнуть. Мой первый раз. После этого ждите меня в больнице. Она холодная. Мы в метро зашли. Я первый раз в метро. Мы приехали с села, мы первый раз в метро. Я каталась. Я селюк. Села. С
Сколько стоит метро в Праге? Хэштег. My God. В смысле? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Пошли отсюда. Интересная скульптура. Он ей на дудочке играет, а она ему штаны снимает. Как ну, да, такой, посмотри, у меня даже лицо какое. Довольно. Он такой, хе-хе-хе, давай-давай. А, это ж он как змею, короче. Ту-ру-ру-ру. А она его снимает. Капец. Сколько поставим статуи? 9 из 10. 10. Ты нашла. Статуи, ты нашла совершенство, мама, да? В кои-то веки. Святая вода. Попили. Ну? 10 из 10. Мы заказали пражскую сосиску. Ага. Как ее есть, не знаю. И мама сейчас будет давать оценку. Сосисочка лучок. Острая. Острая? Оригинал пражская сосиска. Сейчас меня посыпет? Посыпет? Ну, я тебя сниму. Хочешь? Давай. Ого. Ну, огурчик как огурчик. Это стоило 6 евро. Не берите. Это просто было такое название, пражская сосиска. Мы сразу кинулись, как туристы. Мы бросились на название, купились. Сколько? 4, я тоже так хотела сказать. Я даже не пробовала, но по тебе видно прям, что 4. Все. Девочка устала. Все. Выдохлась. Кто-то висит. Кто висит? Сколько лет он там висит? А когда упадет? И кто его повесил? И за что? И когда? И зачем? И почему? С какой целью? Вместе с вами находимся не просто в Праге, мы сейчас вместе с вами находимся на Староместской площади, главной рыночной площади этого города в раннем и позднем средневековье. Площадь, которая спокон веков притягивала торговцев и купцов отовсюду, со всевозможных уголочков Европы и не только. Но не только притягивала торговцев, притягивала мошенников, карманников, женщин легкого поведения. И была, конечно же, ареной для постоянных несерьезных казней, о некоторых из которых я сегодня вам и расскажу. Но мы сейчас вместе с вами находимся не просто в предложении, что я могу создать часы, аналогов которых нет нигде в Центральной Европе. Эти часы должны были быть созданы не здесь, на Староместской площади для обозрения общественности. Они должны были быть созданы где-то в Карловом университете. С мамочкой закончили вечернюю экскурсию. Она была такая жуткая немножко. И сейчас идем к автобусу, чтобы поехать обратно. Все красивое в фонарях. Сейчас ровно 9 часов. И прошли мы сколько? 25:53. 25 050. Мама фоткает на память. Ага. 9 часов и мы уезжаем. Как по графику прям? Прям четенько. Ту-ду-ду.
мы просимся у моей крестной маминой сестренки переночевать у нее во Вроцлаве, потому что мы едем сейчас во Вроцлав, а будем в час, а поезд в Валбжих, наш город, где мы сейчас живем, будет поезд только в 5 утра, и нам где-то 4 часа надо быть. Поэтому мы пишем сестре, мы просим о помощи.